Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрил и Джек Шепард, Артём и я, Артур. Какие мускулы, привет. Всем привет. Всем привет. Мы продолжаем играть в Звёздные войны. В последней серии мы выполняли квесты Артёма и мои агентовские. То есть я там смещал какого-то лидера рабов. А ты, Артём, что делал? Что? Я не помню, что я делал, честно говоря. У тебя, я помню, мы прошли квест, который после обновления, который вышел на этой неделе, перестал работать. Да, так я что? Там какую-то табличку нашел, получается, вот, и теперь нужно отнести. Ну да. Так, сейчас у нас есть два варианта. Первый, я хочу, чтобы Шустрил и Артём сгоняли со мной. Получили тот артефакт древний, который я нашел на этой карте. Это небольшая типа секретки. Пойдем. Джек Шепард вроде как его взял уже, он, как видите, стал посильнее. Он там... Далеко он? Джек он Шепард, на начале этой карты. Решил поиграть без нас, потому что мы слишком скучные ребята. Да, с вами неинтересно. И прокачал еще несколько уровней. Пару левелов поднял, да. Но, в принципе, у нас постоянно врывается в толпу, поэтому ему этот... Да. То есть он не умеет в команде играть. Да. Называй вещи своими именами. Он врывается в толпу, а он не умеет играть в команде, да. Окей. Вот и поговорили. Короче говоря... Ой, что-то у меня сегодня эта игра мне это напомнило космический унитаз, кстати, заметьте. Похоже, откуда ты знаешь, как выглядит космический унитаз? Ну, я догадываюсь. Я выполнил какую-то миссию только что и нажал хорошо. Так, направляемся к Spaceport спидеру. То есть, сам начать локацию. Да, окей. Я оттуда сейчас пешочком. Горку-то наверх. Ну, там не так далеко идти. Где у водопада? Наверное, 5, да. Да-да-да, около водопада. Она так гудит, блин. Это нормально гудит. Что-то у меня, я не знаю, после этого обновления игра стала похуже работать. Ну, у меня тоже лагать начало. Пониже стоим. Класс, обновление. Я думал, это только у меня, потому что все-таки... Больше чем полгода прошло, а обновление до сих пор радует. Ну, я не знаю. Это прям как Days. Я Full HD еще пишу, а... Может сложиться впечатление, что это из-за этого, но я уже просто сколько писал, проверял. Нет, это у всех такие проблемы. Я вчера бегал, как бы, все равно. Ты тоже без нас бегал? Мы скучные? А у него свой персонаж бегал на другом сервере вообще. Видишь, Джек, а ты не командный игрок. Как я мог. Короче говоря, бляха-муха, а что она так медленно работает? Этот... Ой, я нечаянно сейчас нажал. Приготовьтесь, тут у нас довольно-таки неприятные личности вот эти вот. Ну, на этом уровне-то уже, конечно, глупости. Так, вы разбирайтесь пока, я попробую разрешение убавить, что-то у меня вообще какой-то капец. Так, короче. Ну вот так, вроде с оптимизацией тоже проблема как-то. Ну, в общем, там, кстати, серьезный будет такой монстр. Самый серьезный на этой локации. Но все равно он легкий, я его один убивал. Так, тут опять чей-то меч висит в воздухе. Бывает. Бывает и такое. Явление. Так, а вы вдвоем уже туда уломились, да? Да, мы потихоньку тут идем, зачищаем. Вот потихоньку. Он, босс, про который ты говорил. За Джеком потихоньку не бывает. Ломается. Я вообще не помню, как моим персонажем играть, а у него достаточно этот, не тупо там подбежал да ударил. Нужно как-то что-то делать. Мы поняли тебя, да. Да. Нужно как-то вспоминать. Всё, нет. Ну нет. Так, там. Heavy Armor, нет. Ну ему это не надо. Да, нет, нормально. Да. Come on. Так, что у нас дальше? А вот вы как раз там уже, да? Да. Ну, Джек, видимо, знает, где это. Да, бывал тут, да? Да он тут уже, похоже, по несколько раз всё. А я просто на старую локацию еще вернулся, мне там показали, где все эти кубики валяются, я их всех собрал, сделал из них какой-то артефакт, и теперь с ним бегаю, вот он, я зрителям покажу. 18 силы прибавляет и 8 эндуренс. В общем, вот, ребята. Так, кстати говоря, у меня баф есть на всех, я в предыдущей серии его не использовал, хотя, в принципе, он у меня был. Но там да, вообще я, уже я просто... Я тебе про него даже напомнил, вот из да, того, да, что да. Нет его. Ну ладно. Ну... Просто... Так, используй его. Нет. Так. Присутствие плюс 2. Что это дает? Интересно мне знать. Это, по-моему, дает что-то с напарниками. Так, ребятки, соберитесь в круг. Нужно вас забафать. Ну, сейчас там разберетесь. В принципе.
Ну, по-моему, понимаю, там какой-то радиус, всех... нет? Не, по-моему, нет. Нет. Ой, так. Я взял какую-то штуку, это на нормально? На координация здействовалась. Ну, мы ради нее и пришли сюда. Ну, в общем-то, мы сюда вот ради вот этого вот артефакта вот древних цивилизаций шли. Вот он. Датакрон, если быть проще. И вообще, что у вас там как-нибудь током дергало или просто получили знания? У нас дергало. Ты под воду ушел, Джек Шепард. Так, ну о, и ребята, сейчас... кто со мной на этот бешеный спуск? Я обожаю бешеные спуски. А, ну ты решил его сократить путь, ладно. Конечно. Мы пойдем нормальным путем. Да давайте мы сократим. Сейчас лучше сделаем quick travel и пойдем сразу на этот. А, нет, не смогу. У нас тут, кстати, неподалеку нет, миссия Шустрилы. Я смотрю по карте. В смысле, где неподалеку? Транспортер у нас миссия. Посмотри по карте. Command, Commander Preach. Я спустился, ребят. Давайте за мной. Не так далеко она находится. А, за командора Притча? Колосс. Да. Можно, в принципе, сходить. Раз уж ну, рядом. Ого, меня сейчас убьет какой-то супермоб. Он, наверное, меня сейчас напрессует, реально. Я бегу. Я как бы его уже бью. Как много ты потерял, когда упал? Вообще ничего почти. Я ж не полностью падал, я спускался. Но у меня есть суперхилка, которую мне прислал какой-то из наших общих друзей. Ну да, то же самое. Я ее сожру, естественно, сейчас. Капец, ой, спуск. Я чуть не убился. Я ее сожрал, но мне от этого не легче. Так, ой, ладно. Ой, меня еще один такой же бьет. Все, я умер. Ну вон, мы тебя увидели. А я не. А я даже зонт туда медицинский не смог вызвать. Да вы что-то вообще неплохо так поломались. Так, как лечить осталось, вспомнить? А, вот Кольта. Сейчас попытаюсь к вам добежать. Как тебе там в воде? Хорошо? Хорошо, да я вспоминаю управление. Ага. Вот я даже забыл, как этот... Как чё, короче. Вот себе вколем маленько. Все под наркотой. О. Короче говоря, теперь я надеюсь, что стрелу ты понял, что нужно ходить по дорогам. Да нет, просто вы решили идти долгий путь. Ой-ой-ой, что-то они тебя пилят. Ну как-то да. Нормально. Я сейчас лечить начинаю. Все, я врываю. Я пошел в мясо. Меня сразу, у меня флешка какой-то. А меня кто-то стрелять начал. А мне тихо спокойно. У меня, кстати, появился новый скилл, удар им по ногам. Так, на них даже стан не работает. Артур, надо лечить срочно. Сейчас лечу. Ты стал просто за камень. Но они пока меня бьются нормально. Да нет. Да все их бьют потихоньку. Тебя бьет только один из них. Да? А, вот второй мимо меня стреляет. Сейчас мне нужно. Мне, кстати, нужно помаленьку прокачать этот. Что-то вообще серьезно. Мы к Мандалорам вышли, что ли? Да. Офигеть, а я думаю, что они так лупят по-страшному. Чего-то они нас бьют. Да, парашюта нет. Хорошо. Парашюта? Зеленое что-то лежит. Вот тут это. Эмблема возьми. Че бежал, да? Ты где вообще? Сейчас тебя поднять, по-моему, можно, если ты тут. Или ты там где-то лежишь? Я где-то посреди скалы, как я же, короче, в медицентр вернулся. Все, его трупа больше. Ой, на меня опять мандалоры напали. Я пошел спасать Тему и. Так вышло. Еще, да. Так, ладно, я сейчас дубль 3. А, нет, ты сделал. О, не, тут надо тебе помогать. Нет, сам справлюсь, прикинь. Давай. Давайте, пацаны. Джек Шепард как не чувствует твой уровень, нет? В принципе, ты у нас посильнее вроде стал. Ну да, я посильнее бью их. Да и здоровье так особо не знаю. Так, мы сейчас пошустрили на МКС, тогда пойдем посмотрим, что у нас там. Так, секунду. Так, ну я тогда сразу туда подтягиваюсь. То есть ты можешь просто туда, наверное, долететь на чем-нибудь, нет? Сейчас мы глянем. А ты можешь отреспауниться, скажем, к нам просто как-нибудь, я не знаю, там через телепорт? Там спидеру лети. Да тут, блин, уже... Здесь же мы, по-моему, с этим дрались. Осталось. С предводителем. Да. Мы здесь босса били. Серьезное место такое. Угу. Тут элитные мобы, видите, у него даже такие желтенькие эти. Звездочки. Да. Джек Шепард, может, подлечимся маленько? А мы как бы Тему... Он сейчас долетит, вон мы к блокпосту подойдем. Так, вы. Ага. Так, мандалоры по левому борту. Аккуратно. Могут нагреться. Так, ну мы сейчас летим тогда. Через quick travel тогда. Так, быстрее.
Это самое. Как нам отсюда быстрее-то будет добраться до Commander Creech? Пешком. Никак больше. Пешком, да. Понятно. Это что за квест там вообще такой? Это в смысле сюжетный или как-то типа герой? Да, это по идее сюжетный квест. А тут какой-то квест нам еще дают, вот-вот-вот, справа стоящий. А это мы выполняли. Да, герой, а вот. Я нет. Да, я ты не... выполнял, ты выполнял. Это выполнял. Убить все, командира Мандалоров. Это на всех. Ну вот я могу его взять, как бы. Его потому что он раз в 24 часа. А, вот оно что. Ну ладно. Так пошли, убьем его, в принципе. Так мы его уже сколько раз убивали? Мы его 3 раза убили, по-моему, только за это прохождение. Тогда пошли, у меня на 21 уровне юбка будет. Так, сейчас нам, чтобы туда попасть, нам нужно идти продать опять к этим рабам. И от рабов дальше. Да. One mission. Это у нас в эту сторону, да? Угу. Так, хорошо. Я что-то совсем отвык своим персонажем играть. Не так уж просто. Ну, я, в принципе, как был саппортом, так ему буду. Поддержка. Дело лечить. Ну. Так, бабайк нагрится, нет? Да нет, вроде. Нагрелась. Ну, отстанет она. Или не отстанет. Отстанет. Ее там расстреляли просто. Бедная бабаечка. Нет, сегодня у нас, конечно, с частотой кадров проблема. Но у меня, в принципе, все нормально, просто временами оно дергается. Это даже... А, ты собирательство выбрал, да? Да-да-да. Ага, прикольно. Археология. То есть ты будешь нам кристаллы для мечей... Ага. Крутые поставлять. На меня напали. Да я вижу, да. А нас тоже. Ну, точнее, мы напали. Ой, да. ФПС, конечно, вообще меня не радует. 15 вот сейчас у меня вот прям тут. У меня, да, 15, 14, до 10 падает вообще. Что ж такое-то, а? Да, с этим сегодня все достаточно печально. Когда там ждать новый патч, неизвестно. Да, я думаю, когда серьезные проблемы, по крайней мере, вот к чему точно нареканий нет, это к их обратной связи. Они как чего, так сразу по-быстрому все решают. Просто у них слишком часто появляется вот это вот то, что решать да, нужно. Да, боятся, потому что... Так, Артур, ты там подлечился? Да, я, да. Уж себя-то я подлечить точно не забуду. Мало ли. Сапожник без сапог. Так, все, всех мазал. Угу. Че там, вон там же ты вроде спрыгнул. Да-да-да. Сейчас тут, кстати говоря. Тут, похоже, недавно пробегал кто-то, потому что тут врагов особо нет. В прошлый раз я помню, тут на каждом уголке кто-то были. Кто-то пробегал, да. Диско Инферно. А, нет, Дантес Инферно. Кто да? То, что да, то, что ой, Шепард уже. А, ты прошел уже? Да, с Артемом тут запилили пару народа. Он к вам пошел, я дальше. А, так мы тут были, короче, я вспомнил. Да-да-да. Тут да? Кое-кто вот серию завершал, вот на этом месте. Героик. Да. Ну, чуть-чуть пониже. А, я разговариваю с ним. У тебя одиночный диалог, да? Ну да. Ну да, точно. Хоть что говорить-то хоть? Подождите, здесь квест только я вижу? Вот этот. А он и был у нас, это героик опять же. А, героик, понятно. Убейте 3 рабов-капитанов. Пойдем. Окей. Так, давайте в этот раз не будем прыгать с моста. Мы уже и сегодня тоже убедились, что лучше по дорогам ходить, а не прыгать с водопада вниз головой. Зато это было весело. Ну, я не спорю, да. Паркур? Чья девочка? Паркур. Паркур уже аллерген упал, паркур. Да. 20 минут, блин, не забывай. Недавних событий. Меня очень многие просили, типа, Артур, пожалуйста, сделай выпуск за кадром, где Артур стоит в этой стенке. Нет. Нет. Почему? Потому что его нет. Нет, он есть, но нет. Я его посмотрел, и ребята, ну что, его не выкладывать. Не знаю, я даже запись не выключал. Да, то есть ты это уже выложил? Да, оно все. Джек. Все смотрим у Тёмы этот ролик полностью, короче. Так, ну... Мне, в принципе, неплохо живется. Вы там что-то воюете. Так, а что-то шестрили нехорошо, кстати говоря. Да избили просто, как собаку. О! Они вернулись, нормально. Я снова с вами, да. Все любят пони.
Мне еще нужно 10 обычных хопов запилить, кстати. Это бонус к тому квесту, который ты только что взял? Ну да. А что у тебя за квест вообще? Не что знаю, у нас других, по идее, быть не должно. Главных этих. У нас только главный квест, по идее. У всех. Но у Джека, он же тоже должен быть тогда, раз это главный квест. Нет, у меня нет. Вот, нет. Это какой-то его квест, у меня такого нет. Должен быть, потому что мы же одинаковые ветки, и у нас одинаковый этот, мастер. Ну, у меня его нет. Ты можешь с ним поделиться? Я пробовал, когда мы бежали, нет. Ну вот, значит, все-таки это твой. Странно, конечно. Вот здесь вот мы стояли. Я прорываю, если мы сейчас придем, и ты поговоришь с кем-то, и у тебя он тоже будет. Да не, по идее. Помнишь, мы тут стояли вот так вот? Ага. Это там между нами был Артур. Да, Артур еще тут так и стоял, мы с тобой шептали. Такие пш-пш-пш-пш. Так, еще рабов, ребята, надо больше рабов. Вот сверху они были. А, уже показывают, что... Beat more slaves. А, Ретурн... Не, мне только... нужно еще обычный. Давай, бонус, да, выполнил. Бонус? Ты выполнил, написали. Не. Ну, да. Раз говоришь, что не выполнили, значит, не выполнили. Еще, еще два раба. Один раб, ноль рабов, все. Теперь можно Ретурн. Я хочу их убить. Чем тебе эти не угодили? Рабы. Ты же у нас, ты ненавижу самый, рабов. Самый консервативный. Мало того, я самый добрый. Самый добрый из... Ой, что-то 3-6 раба выпало. Да фигня. Что это такое? Армалинг, кембер, брит. Кстати, у нас колдуна нет никакого? Нет колдуна. Значит, это никому не надо. Нет, это, по-моему... Так, я не помню, какие яси взял. Как их, блин? 12 серий бега, ну 13 серий, а у нас нет. Короче, это мое, у меня Armor Match стоит и Investigation. Armor Match, то есть я броню смогу собирать. Ну, взял Артём. Ну, давай, я тебе передам тогда. Делись. Come on! Come on! Так, Асепт. Тради. Шо. Окей. Это я попозже соберу. Буду вам броню шить, буду вас наркотиками обкалывать. Вообще. Вторая мама. Мама, точно. Так, что у вас там? Джек Шепард. Опять Джек Шепард, тебе кто-то, блин, морду разбил. Что ж такое? У меня вообще глаза красные теперь. Они просто залиты. Ну реально, у меня режим ярости, и я просто злой. Режим, и у меня бежит какая-то. Чё? Было 350. Это да. Мне больше всего нравится у Тёмы меч. Как у Дарт Мола. Ну, он похож на Дарт Мола. Да, на... когда он его перегружает, этот меч, он прям такой, понял, шкварчит. У Джека Шепарда зато стойка прикольная такая. Бежит прям такая-то вот. Вот таких вот человек 10 будет бежать и эпичную музыку включите там просто. И все, офигенно. Да, и все. Можно даже ничего не делать. Ага. Просто бегут. Так, вот мы и пришли. Сдается. Опять немножко диалог. Ну, что ж поделаешь. Я вижу летающие мечи Джека Шепарда, я его самого не видел только что. А еще раз? Я уже закончил диалог. Спасибо. А, ну ладно. Ну что, пойдем? Все, ну, ты все. Сделал. Вот у меня квест, смотри. О, сейчас, одну секунду. Мне сейчас квест написано, что возвращайся к Дарт Барресу, вот по этому квесту. Ну, это... Нам... За транспортер? Всем, в общем, туда. Угу. Да, мне туда же на окно вернуться. Так, у нас здесь есть Quick Travel? Или придется через это, через опцию? В принципе, потому что... У Тёмы нет опции, я напомню. У меня тоже нету, она восстанавливается еще. Аналогично. Слышь, а кто у нас легкую броню носит? Я. Кто-то? Тёма, иди сюда. Ой, я что-то игра подвисла вообще. Я что-то okay. знатное выбил. Ну-ну, давай. Accept. Так, requires 15 левел, ну давай. Это это учит делать такую броню, это надо Артуру отдать, кстати. Артур? Опять армор меч. Нет, мне это принесла с миссии моя эта тёлочка синяя. Точно, надо же её на миссию отправить. Держи. Чё ты горишь? Огонь, фаер! Подожди. Фаер! Ты отдай мне эту штуку, хватит. Сейчас своих компаньонов на миссии отправлять. Так, это арморинг. Копчёные шестрила. С этим совсем надо будет разобраться потом между сериями, когда сегодня запишем, закончим писать. Да, да, да. Бесконечное копчение. Даже ХП не сливается. Ой, да пойдем.
Не отвлекаемся. Так, осторожно, справа группа фанатиков. Серьезно? Где? Разбегались все. Кончились фанатики. Да, уж. Так, ну, не знаю, мне доставляет имперским агентам бегать. Он прикольный такой. Бежать доставляет. Чёрт, он говорил. Я говорю, надо добежать до этого самого, да. В город тогда уже. За вами такая толпа. Да ладно, сейчас выйдем туда и перебивать всех. Чами. Нам норм. Удары все отбивают. Все, они уже все. Не агрятся больше. Ну они понимают, что если они сюда побегут, их просто пришитят. Ну да. Это ловушка. It's a trap. Не, как в этом. Ambush! Последний киногерой, там Шварц такой, листочек убирает, там 3, 2, 1, такой, фирменным своем акцентом такой, It's a bomb! It's a bomb. Ты у него голос все-таки ржешься. Акцент у него жуткий, блин. Вот этот последний новый фильм, который, как он называется, где он там в городке будет, этот, типа за шерифа, а там какие-то... Да. Last Stand. Там такой отлетает от взрывной волны, падает. Я его спрашиваю, шериф, как ты? Он такой, old. Old. I'm so old. Такой типичный такой, фрочи. Австрияк. Да я тут месил. Или меня месит. Месил мясо. Че, Макс, попробуем? Ты домесил? Да, в Канс-Сити. Entrance Speeder. Попробуем синхрон. Давай не матерись только, Джек Шепард. Раз, два, три. Я не могу. Вот они вылетели. Да, я улетел. Офигеть, как все это медленно работает. Да. Да ужас. Спасибо, Патч. Electronic Arts, я вас обожаю. Electronic Arts, я отписываюсь от вас. Дизлайк вам. Mass Effect недавно играли с Артемом. Там вообще капец эти проблемы с этими DLC. Одно DLC установлено, но другое, без которого в принципе все должно работать, не работает. Вы играли Mass Effect именно коопом? Мультиплеер, да. А там... Ого, а там он какой? Там не мультиплеер, там чисто эти волны врагов, нужно придержаться на карте. Короче, режим Орда из Gears of War. Да. Короче, режим зомби-нацисты. Типа того, да. Не совсем. Но там тоже можно покупать апгрейды какие-нибудь там. Нет. Нет. Просто беги стреляй. Нет, это покупаешь между. Дается определенная карта какая-то. И там, допустим, задание, там, закачать какую-то фигню. Ну, то есть ты просто включаешь, и там в этой области надо находиться, пока оно качается. Ну и попутно отстреливаешься. Четыре области. Да, то есть такого плана. Просто ну, вот это или то, что всех, они всех убить. Намудрили там вот это вот, во-первых, если хочешь какой-то DLC купить, тебе нужно зарегистрироваться на левом сайте. Там переконвертировать свои деньги в валюту BioWare Points. И с помощью этих BioWare Points покупать. Ты покупал, что ли? Нет, ну... Ты пробовал из Ориджина купить Левиафан DLC? Я не Левиафан покупал, я остальные покупал. Ну, попробуй. Я тоже в Ориджине брал, но у меня У меня просто деньги с WebMoney снимали и перечисляли. Ну да, можно же через WebMoney, да. Особенно большая веселуха с этим, с Dragon Age. Опа. Опа. Первый. Чувак. Первый Dragon Age я в свое время просто... Система-то вся под Xbox. Эй, ты сейчас мне в жопу въедешь. Да-да-да, я уже въехал. Я надеюсь, вы в правую поехали? Нет, в центральную. Артур такой сейчас справа стоит и форевер ловит. А зачем нам вправо? Ну, так через справа, по-моему, вход. Нет, через центральную. Чё-то я всё забыл. А, ну через справа мне по-любому придется идти там встречаться. Ну, понятно. С Дартом Джейдесом. Мы тебя тут подождем, потом к тебе сходим. Да ладно, чё мне ждать, вот я уже бегу. Вообще хорошо. Надо опять свою девочку отправить работать. Попробую на бортик прыгнуть, как в тот раз. Надо тоже время от времени отправлять. Ой, да, смог. А именно нет, нужны именно вот... Ну я понял, ты хочешь услышать. Так, я могу собрать тяжелую броню, могу собрать среднюю броню. Тренер стоит, но мне нечего у него. Я, в принципе, могу хорошие вещи собирать. Для этого мне нужен весь мусор, вот это вот слайсы всякие там... дэши и прочее, короче. Мусор. О, у меня что-то открылось. Так, инвестигейшн. Это ваш квест, подождите, не начинайте.
Подожди. Нифига себе, у меня скиллы. Чё, я, оказывается, могу, да? Так, ну чё, вы там далеко убежали? Сейчас, буквально одну минуту. Возле квеста воинов. У меня оказалась куча целых этих. Ну да, куча целых этих. Я тоже хочу. Там тренировка, что ли? Или что вы делаете? Тренер тут этот. Да, тренер, стоит. Он, видимо, уровень не повышал. Понятно. Что, заходим? Подожди. Ну ладно, пойдем. Ситворио. Ох, компаньон мой вернулся. Это конечно. Мы сейчас на чей квест зашли? На Джек Шепарда? Джека Шепарда. Джек Шепард, а у тебя что за квесты? Да, я не помню. Давайте с ним поговорим. Кто переводит? Да, шестрил ты. Окей, Ланкин рассказал мне, информировал меня о засаде на Каркапорт. Ну там же, помните, мы воевали. Да. Я почувствовал ужасную силу, и она оставляет за собой ужас. Не понял. Про свои... Нестабильность силы он почувствовал, возмущение. Да, типа. Этот замороженный человек, лучший агент республики, захваченный. Я не могу его диалоги переводить, они слишком сложные. А сила дает мне видимость ужаса и моментально. Короче говоря, он говорит о том, что у него видение страшного рока, о том, что сейчас что-то страшное случится. Он гневится поэтому. А это был агент республики, который расследовал его секреты. Это один из лучших агентов. Да, это не совпадение, говорит, я это чувствую. Я должен изучить то, что случилось с этим республиканским агентом. Он и есть ключ к этой неизведанной, ну, короче, к этой проблеме. Ты не в форме. I have some concerns that require your special talents. Потребуется твои таланты. Помощь дать. А я готов, мастер. Скажите, что мне нужно сделать. Иди на имперский пост в джунгли вокруг города. Командир Притч там находится, и он расскажет, что тебе нужно делать. То есть, как-то так. Угу. Это не тот командир, который мы бегали. Командир Притч, квесты у Шестрилы есть. Я же говорил. Охренеть, а когда ты с ним успел поговорить? Я не говорил с ним. Я этот диалог первый раз читаю. А может тебе, блин, я не знаю, как тебе тогда это поиграть. Все, говорит, можешь идти. Короче говоря, свелось все к тому, что он чувствует возмущение в силе. Какой-то вот этот имперский агент, один из лучших, подобрался слишком близко к его секретам. И у него видение страшного рога, который приближается, и что над повис, мол, над вообще, над ним. Спрятку шею умею делать теперь, так что не двигайся. И сказали разобраться вообще, что это такое. Это теперь, фишка. Теперь, короче, ты... все агро, которое делаешь ты, будет переходить на меня. Отлично. Будет бить меня. Да. Ты будешь на 5% меньше урона там, по-моему, получать. Ну да, и генерировать на 25% меньше урона, а 50% урона от самой, от который входит в тебя. Так, да, короче, скажи, заходи. Офигенная вещь, и все. Так, заходи. Мне же нужно зайти теперь, да? Ну да, у тебя, по идее, сейчас пойдем, более пойдем. Продвинутый будет диалог. Ну да, я же закончил. Но он мне по телефону... О, смотрите, там чувак какой-то лежит. А, ну да, да, сейчас будет. Не важно, что ты будешь делать. Ломай мои кости, жги мою плоть. Я ничего не скажу. Мне, говорит, нельзя отказывать. Монстр! Ты монстр! Чем больше ты сопротивляешься, тем злее я становлюсь. И, ну, короче, пытки будут дольше, когда я... Ну, в общем, больше я тебя пытаю, тем больше я хочу узнать о тебе, по-моему, сказал. О, ученик, ты вернулся. Командир Притч подтвердил, что рабы были... Заткнулись. Заткнулись, да. Я стараюсь вытянуть из него информацию, но он довольно такой плотный парень. Можно я? Я заинтересован помочь. Все, что мне сейчас нужно, отставь мне мою работу. У меня есть еще одно важное задание для тебя. Очень хороший сит, лорд Гратен.
нехорошие, не а наоборот. Осид отступник, в общем. Вот. Хороший. Такой язык, как за охренеть, блин. Нормальный язык. Говорит, встретиться с моим другим учеником Дрикилбаал. Он мой оперативник под прикрытием и... В лагере Гретема. Да, Баал... Судя по всему, у него ключевое открытие. Ключ к открытию может. Я думал, я единственный ученик. Это делает Баалом моим врагом. Короче, пообщайся с ним. Терпи, говорит его пока. Не знаю, что он там делает. Я не хочу, чтобы он был мертв. Он полезен, не убивай его пока. Но это он про Грета, она не про. Узнай, говорит, что он узнал, типа, Баал. Узнал. И делай, что он тебе прикажет. Да, следуй его инструкции. Is your other apprentice above me in the pecking order? Типа ваш. Ты что, он выше меня? Но... Я уверен, что он смотрит на себя выше, чем на тебя. Но там туда-сюда. А теперь республиканское чмо. Где мы остановились? Да. Хороший перевод. Я хочу. Республиканское чмо, джедайское чмо. У нас вообще страстный человек этот. Это наш. Да, он мне все больше и больше нравится этот ваш джедай-мастер. Ну, то есть сит-мастер. Мне всяких наград надавали разные. Мне какой-то чип дали для пушки, видимо. Надо будет его туда встроить. Да, у меня как раз этот квест появился, блин. Я не знаю. Кто-то из вас отстает, что ли, от другого? Я не понял. Да, вот я сейчас увидел будущее. То есть Макс... Да, то есть брал квест, который... Я видел будущее. Да. Так, Артём, у тебя что, куда? Мне сейчас надо то же самое сделать, по идее. Мне надо идти к своему мастеру сейчас. Ну, я понял, он далеко у тебя находится? Не-не-не, он совсем рядом. Там, кстати, и твой. Недалеко. А, то есть мы идем в соседнее крыло, да? Вот сюда, да. Пойдем к твоему сходим сначала. Хорошо. Джедайское чмо. Республиканское. Республиканское. Так, это мое? Да, это твое. Свое я перевожу сам. Золотой цитатник, окей. Welcome. Ты что мое? Платиновый фон. Такая толпа мужиков. Встань около меня. И говорит, открой все тьме темного консулата. Позволь телу предать себя. Позволь кровью вскипеть. И сердцу остановиться. Ну, короче говоря, говорит всякую чушь. Ты привилегирован. Он нас очень высоко ценит за наши поступки. Ты в приоритете. Как ты верил? Религия ситов не моя религия. Пути сита, пути империи. Так всегда будет. Но не поэтому я тебя призвал. Это твоя награда. Ты доказал себя, когда убил тех хатов. Ну, то есть разобрался с ним. Теперь диссидентов нужно убить, которые уничтожают наш путь жизни. Я чувствую твою неуверенность. Ты интересуешься, почему я в это все ввязался. Какой мне в этом интерес? Но, говорит, почему я вообще заинтересован в тебе и в имперской разведке? Не отвечай, пожалуйста. Какой же у вас... Вот у тебя классный этот чувак. Блин, отвечай теперь. Как Юшумицу из Тейкена. Да, мой повелитель. As you say, как скажешь. Many in the Dark Council hold themselves above the mundane business of the Empire. Многие держат себя выше интересов империи. Но я думаю, это ошибка. Я думаю, нужно распространять пути сита по всей империи. Через насилие и ужас в каждом сердце. Но эти диссиденты угрожают всему прогрессу. Они наш мир просто в пепел превратят и вырастут, ну, возрастят свой, короче говоря, мир на обломках нашего. Мы победим их. Они будут остановлены. Имперская разведка уже раскрывает их планы. Не недооценивай их. Они мощны. Много людей им симпатизируют. Я выбрал тебя не только потому, что ты в прошлом достиг успеха, но потому, что ты новенький. Твоя, говорит, верность не поддается сомнению. Ты понимаешь?
Ты не доверяешь разведке? Думаете, разве среди нас есть... Блин, у меня такие долгие диалоги. Предатели. Смотри вокруг. Посматриваю вокруг. Никому не доверяй. Я скоро покину Дроун-Касс. Кораблю Доминатору. Короче, будет показывать всем в галактике, что да как. Когда вернусь, надеюсь, что диссиденты уже будут уничтожены. А теперь преклони передо мной колено. Так. Я это приму, как будто... Если должен. Выбора у меня нет. I have remade the pitiful creatures around you into my image. So shall I remake you into the vessel for my power. Я не понял. Он, короче, ты будешь послом его власти. Теперь иди, говорит, и вернись к своим обязанностям. Какие-то люди вот эти, они будут типа источниками его власти, что ли? Я не совсем понял. Судя по их лицам, та еще власть наступит. Запомни, что я сказал. Что ты ходишь путем силы. И помни, что я вечен. Страшно. Ну, короче, тебя посвятили во что-то типа спектр. Как обычно... У меня Артуртер всегда светится. Это офигенно. Мне на мобилу звонит, не думайте, что у меня все так быстро будет. Теперь мне нужно со вторым начальством поговорить. Серьезно. А, ну это мы, может, уже не увидим. Да, этого вы не увидите уже. А нет, увидим. Нормально. Нормально. Это Дозорный 2. Мы все еще анализируем файлы рабов. Проследую в кантину. Когда на месте будешь, я тебя проинформирую о дальнейших указаниях. Хорошо. Нет, все. Просто говорит, будь готов к тому, чтобы социализироваться. Так, подобрали очки рекомендации. Заходим на комнату напротив, не стесняясь. Давай. Так, кто переводит артемовский? Артем, сам будешь переводить? Ну, постараюсь. Тут такие бывают диалоги, что... Ну да, диалоги тут. Так, ну, от людей в масках переходим к людям. Женщина. Я, в общем-то, нашел реликвию Трандашан. В общем-то, и главная слабость — это их машина. Короче, да, огромная машина, которая... Она очень быстрая. Тараторит, блин. Говорит, иди убей несколько киборгов. И все. Да, в общем-то, там какой-то замес с киборгами, какая-то машина там. Да, которая... злая, на которой они молятся все. Да, в общем, то, с кем ты воюешь уже достаточно давно, это организация, они используют киборгов. И сказали, что у них главная слабость — это их машина. И они разработали нейтрализатор. С помощью этого нейтрализатора ты будешь уничтожать киборгов. Ну да, нужно найти товарищ... вот этот Дорад Сич. Товарищ Скотти, который, он, в общем-то, такой соперник этой лорда Зэш моей. И, в общем-то, Скотти? Его киборгов нам нужно уничтожить. Киборги! А его особняк находится в джунглях. Допроси. Если повезет, Скотча будет далеко отсюда. И, в общем-то, мы получим силу Тулока Хорда так, как мы и хотели. Сейчас будем допрашивать ученого, ты его, короче говоря, он сказал, попросил. А у нас кто-нибудь умеет крафтить оружие? Нет. Оружие нет, я броню умею. Ну ладно, тогда я возьму ресурсы. А ты там нашел где-то, что ли, это? Моя тёлочка нашла. Хорошо. Она у меня... Блин, ну я постоянно теперь в этой полусфере буду, что ли? А, нет? А, ну да. Так это же круто. А я, видишь, подо мной такие квадратики, типа. Ну да. Но их уже нету, правда. Так, короче говоря, нам тут в Дроун-Каосе больше делать нечего. Мне можно еще в кантину сейчас пропутешествовать, а потом, в принципе, в джунгли туда, да? Второе сделал. Это чтоб наверняка... Давайте это шире у маленько. Так, ах, еще время. Пони. 40 минут. Я думаю, можно закончить, и я полечу тот квест сделать. Ну да, кстати. Ну да. Короче говоря, у нас впереди интересные квесты, насколько вы видели. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра. С вами были Артем, Григорий, Макс. Да. И я, Артур. Всего хорошего. Пока. Пока. Всем пока.